Поздравления с 20-летним юбилеем принимает коллектив республиканского детского художественно-литературного журнала «Мамитаке» «Одуванчик», печатающегося на ногайском языке. Подарок к юбилею печатного издания сделала жительница аула Дельхалк Ирина Джазова, которая сейчас проживает в Новом Уренгое. При ее поддержке выпустили полноцветный юбилейный номер журнала, а сам праздник прошел в филармонии Черкесска. Алла Динаева подробнее. В фойе филармонии начался праздник. Здесь же была организована и выставка из 80 номеров детского журнала «Мамитаке», вышедших в течение 20 лет, которые могли посмотреть гости, пришедшие на торжество. А это руководители министерств и ведомств, писатели, учителя, общественные деятели, студенты и школьники. Сегодня в зале собрались люди, чья жизнь и деятельность так или иначе связаны с детским журналом. Юбилей – это новая страница, это подведение итогов за прошлые годы. «Мамитаке» во многом способствует развитию мышления, пополнению словарного запаса, расширению детского кругозора. И сегодня в юбилейный для журнала «Год» от имени министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберта Мусабиевича Кумукова, от всего министерства хочу поздравить «Мамитаке» с 20-летием, пожелать его сотрудникам здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в воспитании подрастающего поколения. Кроме поздравлений, юбилярам были вручены почетные грамоты и благодарности. Выступавшие отмечали, что с момента издания журнал «Мамитаке» стал популярным и печатным изданием для семейного чтения, предметом воспитания и передачи подрастающему поколению богатой истории и культуры ногайского народа. Вчера я на сцене югостинского города Цхинвала поздравляла с 95-летием югостинский журнал «Фидео». Сегодня я здесь, в Карачаево-Черкесии, поздравляю ногайский журнал с 20-летием. Наверное, это счастье, что у нас такая многонациональная, многокультурная, многоконфессиональная Россия. Ажимагомед Катаганов стоял у истоков создания и еще раз напомнил историю возникновения журнала и выразил благодарность каждому, кто внес свою лепту. Трудные дни для журнала, ничего она не жалела. Алтна, большое тебе спасибо. Действительно, журнал вышел, родился, если так сказать, в стенах редакции газет. Основателем и первым главным редактором детского журнала «Мамитаке» был народный поэт Карачаево-Черкесии Аскербей Суюнович Киреев, стихотворение которого читали в этот день учащиеся школ Хабесского и Ногайского районов. Если хтаеша, юбенсен, яхшылык этеп сен юрсен, кардышлы, дуслы буларсын, хатлыктанасы табарсын. Поздравить юбиляров пришли и депутаты парламента республики. В честь юбилея журнала «Мамитаке» за вашу многолетнюю творческую работу в духе патриотического воспитания молодого поколения желаем творческих успехов в вашей работе. Приятных отзывов о проделанной 20-летней работе, теплых и искренних поздравлений, адресованных коллективу детского журнала «Мамитаке», в этот день было много. В светлом зале сегодня собрались истинно верные, самые добрые и желанные мои друзья и гости. Алла Динаева, Светлана Кокова, Ислам Урумов, «Вести», Карачаево-Черкесия.